Кристоф Франсен, швейцарский телевидение, корреспондент в Москве. Господин президент, у меня вопрос на дело Hermitage Capital и Сергея Магнитского. Федеральная прокуратура Швейцарии ведет расследование по заявлению Hermitage Capital, связанное с налоговым мошенничеством в России и возможным отмыванием этих денег в Швейцарии. Будет ли Россия содействовать Швейцарии в этом деле? Спасибо. В этом деле надо разобраться. Россия будет содействовать любым процедурам, которые основаны на законе, в том числе и тем процедурам, которые проходят в Швейцарии. И генеральный прокурор докладывал мне о тех запросах, которые существуют. Я дал соответствующее поручение. Чуки я понимаю! Удобно!